Всем привет, друзья! Как всегда, Влад, вы на моем канале. Сегодня мы снимаем видео, где я прохожу задание от подписчика. Так, первое задание это 34 без звезд. Так, запрыгиваем. Тихо. Квадратов можно бить. Пятый уровень на ГТ. Так, листаем к самой первой локации. И проходим пятый на ГТ. Оп, оп. И все. 23 уровень без звезд. Так, 23 уровень без звезд. Первый уровень без звезд. Так. Прыгаем. Запрыгиваем. Так. Проходим 8 уровень без звезд. Кстати, помню задание с фиксированным управлением. Там, где, типа, этот вот прыжок находится... Там, где у нас управление, а управление там, где прыжок. Помните такие задания? А, да, давно это не давали такие подобные задания. Даже очень. Поэтому я думаю, эту рубрику тоже можно будет следовать. Тут такие задания и сложные, но все же можно попробовать. Оп. Оп. О, да тихо. 56 без звезд. Так, запрыгиваем. Найс. Так, 15 уровень за 3 прыжка. По-моему, я это проходила. Так, 50 уровень без звезд. Давай, 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 вот так, вот так, вот так, вниз, 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 вниз. Давай, поворачивай, поворачивай, поворачивай. Найс! Так, 40-й без звезд и кубов. Возможно? А, ну да. И последние 14 без звезд. Оп, оп. 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 Ладно, кому просто, человек, попишите. Всем пока.